Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 7 не работает Wi-Fi, то самая распространенная неисправность заключается в следующем. Неисправна антенна Wi-Fi, либо модуль Wi-Fi. Мы вам рассказали, из-за чего может не работать Wi-Fi на iPhone 7. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.